«Служу России» – эти слова многократно звучали в конференц-зале окружного ОМВД в связи с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел. Поздравить полицейских и вручить им заслуженные награды пришли депутаты-единороссы. Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина вручила благодарственные письма, почетную грамоту и знаки подмосковного парламента за службу закону третьей степени, в том числе начальнику управления Алексею Школкину. Председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова передала благодарственные письма от главы муниципалитета Андрея Иванова. За высокие достижения и общественно полезную деятельность по развитию ветеранского движения диплом вручили председателю Совета ветеранов окружного ОМВД Александру Тарасову. Лучших сотрудников наградили знаками «За отличную службу второй степени» и «Отличник полиции», почетными грамотами и благодарностями от Главного управления МВД по Московской области. Новых свершений, новых погон, ну и, наверное, самое главное – счастье обычное. А в завершение торжественной церемонии полицейским представили видеоролик, снятый Одинцовским телевидением, о непростых буднях органов внутренних дел и их готовности всегда помогать людям. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».